Игорь Исчинов интересуется, существует ли профилактика инсульта, можно ли как-то предупредить заболевание, какие есть факторы риска. Если касаемо вопросов профилактики, конечно, хотелось бы обратить внимание наших телезрителей на то, что если артериальное давление повышается выше 140 и 90, это уже, несомненно, повод посетить врача для того, чтобы провести своевременное обследование и назначить своевременное лечение. Всегда инсульт лучше предупредить, чем его потом лечить. И с учетом того, что поражение головного мозга вызывает очень часто двигательные дефекты, инвалидизацию пациента, и с учетом того, что это показатели высокой смертности на территории, то, конечно, вопросы профилактики – это всегда очень важно. То же касается, если имеются какие-то факторы риска, вредные привычки, то есть избегать все-таки злоупотребления алкоголем, стараться бросать курить, потому что это все усугубляет инсульт и увеличивает частоту до 5 раз.